Для теста нам понадобится кефир. Здесь у меня пол-литра. Неполная чайная ложка соды. Я ее сразу брошу в кефире. Одно яйцо. Одна столовая ложка сахара и пол чайной ложки соли. Чтобы сахар растворился. Так, теперь будем добавлять муку. Мука у меня уже просеяна. Вот такие полные ложечки добавляю. 350 грамм. Или это получается 12 полных ложек с горкой. Вот тесто такое получилось у нас. Очень лениво спускается.